Хорошего дня, подожди, дорогие подписчики. Давай заново. Инесса, самый ценный груз взяла и пошла. Седьмой. У меня седьмой. Седьмой. У меня седьмой. У тебя шестой нажим. Инесса заказала практически почти майбах. Нужно. Как это работает? Я не знаю. Девчонки! Я это не сняла! А, Маля, давай еще раз. Этот отель таких дур, как мы, еще не видели. А, нет, да. Все, давай. Хорошо, Денечка, отличного настроения. Спасибо большое. Да. Девочки, бегом! Да потрепал нас, конечно, Питер. Термос есть с горячим чаем. Анушка в термобелье. Томчика я потеряла, Люзя. Прямое включение с Ленинградского вокзала. Сейчас 5 утра. Я жду девочек. Это мои подруги Луся, Амали и Инесса. Вы их знаете по предыдущим влогам. Они уже скоро подъезжают. И мы едем на 3 дня с пятницы по воскресенье в Питер. На такие вот веселые выходные у нас ожидаются. Я уже сделала заказ в Макзавтраке. Кстати, мы так спонтанно собрались, очень неожиданно. Я думала, что Артур в этот период поедет в рабочую поездку, поэтому спокойно согласилась, думала, все равно я одна в Москве, поэтому поеду с девочками в Питер. А оказалось, что его поездку принесли, он сейчас дома, ну ничего, он мне обещал, что тоже очень весело проведет выходные с друзьями. Мои красивые девочки. Бери, это влог. Все, побежали, у нас седьмой путь. Покажу наше место. У нас со столиком. Я первый раз. Кто еще первый раз на Сапсане? Это ты сделала? О май гад. Мы еще даже не отправились до отправления 5 минут. Погода сказочная, солнышко, и не так уж и холодно, вообще не холодно. Вызвали такси, ждем, а пока любуемся. Инесса, самый ценный груз взяла и пошла. Все, наше такси приехало. Заселение номера. На самом деле у меня такая ностальгия, потому что в прошлую нашу поездку с Артуром мы останавливались в этом же апарт-отеле. Тут безумно здорово, очень классный сервис и очень красивые номера. Хочу сейчас снять обзор нашего номера. Тут у нас уже бардак, но я думаю, что с каждым разом будет все хуже, поэтому сниму сейчас. Мы пока заселились только в один номер, второй будет после 14:00. Он будет либо такой же, либо зеркальный. Но все абсолютно так же. В каждой комнате по 2 человека у нас остаются, точнее, в каждом номере. Тут у нас гостиная. О, господи, какой бардак. Тут у нас холл. Дальше у нас сразу идет уборная. Вот такая вот. Есть фен, абсолютно полотенце, душевая. Дальше у нас идет такая вот кухонька. Вот такая вот. Тут все есть. Все необходимое есть. Вот у нас тут холодильник. Посуда необходимая тоже есть. Вот. И вот сам, в принципе, номер полностью. Вот такой вот гардероб. Кровать, телевизор, такая вот рабочая зона. Wi-Fi тут есть. И такой вот у нас вид из окошка на крыше Петербурга. Вот такой вот красивый, уютный, чистенький, аккуратненький номер. Ну, уже не аккуратненький, но красивый номер. Нашли какую-то красивую локацию через Инстаграм. Ну, не то, что красивую, там красивые завтраки. Вкусные, сытные, большие. Девочки, бегом! Вот такой вот у нас комплексный завтрак. Вот.
переоделись и сейчас едем в дворец Юсуповых. Почему я в солнцезащитных очках, не спрашивайте. Потому что так красиво. Я в образе. Наша экскурсия уже 2 минуты как идет, а мы все еще бежим на нее. Вот мы на территории. По этой территории я уже гуляла, но вот внутрь, в дворец не заходила. Узнали поподробнее про последние минуты жизни Распутина. А сейчас мы голодные, жутко, и уставшие, сонные. Идем кушать в оверсайз пиццу. Каждая моя поездка – это обязательное посещение этого заведения. Там безумно вкусные пиццы, и они грандиозных размеров. Поэтому хочу показать это место девочкам. Идем сейчас туда. Покажу и вам. Размер моей ладошки, размер пиццы. Мы каждое взяли себе по пасте, уже их почти умяли, и впереди нас ждет эта красота. Пицца абсолютно без бортиков, на тончайшем тесте, безумно сочная. Она того стоит. Пижамная вечеринка. Давайте. Ура! А ты готова будешь через 15 минут выходить? Сколько? Что? Секунду, не слышу. Мы с Инессой уже собрались, ждем только девочек. Хотя договаривались выйти в 10, сейчас уже 20 минут 12-го. Просто. Я вообще в себе была не уверена, я думала, я сама не проснусь. Mm-hmm. Очень удивлена, что проснулась. Пришли в местную булочную. Приборы нужны вам? Мне нет. За круассанами, кофе, позавтракаем и пойдем гулять. Анушек. Идем на Невский. Выдержимся. А, да? Нет, спасибо. Спасибо. Ну это видео, но все равно спасибо большое. Хорошего денечка, отличного настроения. Спасибо большое. Как создается контент? Мне больше смешно, как Инесса идет. Книжный магазин в Зинге. Очень красиво. И еще вот Зингер. Спас на крови. Исаакиевский. И такие красивые. Вон корюшка. Казанский. Красивые магнитики. В любой непонятной ситуации лети в Петербург. А еще поребрик из Петербурга. Это так смешно, но очень оригинально и прикольно. Есть такие вот наборчики конфет счастья в качестве сувениров. Есть поменьше. Вот такие вот. Такие наборы. В итоге взяла такие вот конфетки счастья. Один большой, другой поменьше. Такие 3 магнита. 3 фотокарточки. И вот такую вот заклепочку, заколочку Роберту.
На них. Нет. Хорошего дня, подожди, дорогие подписчики. Мы же даже в метро не заходили. Давайте хотя бы покатаемся на метро. Где Инесса? А, где Инесса? Вот она снимает. Остановите эту женщину. Инесса, хватит снимать. Хочу все. Мы решили пару станций прокатиться к голубой мечети Петропавловской крепости. Мы сейчас покупаем жетоны. Да, 4 жетона нужно. Как это работает? Я не знаю. Нет. А жетонов тут нет? Пойдем на кассу. Все, идем проходить. Тут все проходы вот так вот закрыты. Вот. И в момент, когда поезд подъезжает, двери открываются. Идем кушать в такую красивую локацию. Это итальянский ресторанчик. Амочка, у тебя ризотто? У меня ризотто с шпинатом, помидорами. У нас паста такая с кусочкой. О, прогрузилась в хорошем качестве? Да. Это все в Париж, значит. Я говорю, этот отель таких дур, как мы, еще не... А, нет, дай мне мой ключ. Ключ. Куда мы сейчас? О, боже. Я к себе нажимаю мой. Просто, чтобы вы понимали, мы забронировали столик в кафешке. Нам сказали, что бронь действует... Заплатили депозит. Нам сказали, что бронь действует 10 минут. Если мы опоздаем, депозит останется у них. Я написала себе везде в напоминаниях и так далее. Мы помнили весь день, что нам надо туда. Просто мы какие-то такие неорганизованные девочки, которые везде опаздывают. И сейчас налево. И сейчас нам нужно... На себя. И сейчас нам нужно быстро собраться и выехать, а у нас около 40 минут. А нам всем нужно помыть голову и ложиться на Дайсон. Я не знаю, как мы успеем, но мы будем стараться. Роли, косметика, голубка. Дальше у них 50 с чем-то, по-моему. Бежим к девочкам собираться. Я в колготках. Что бы мы делали без такого фотографа, как Аня? Такие вот салатики. А девочки довольны фотографиями. Да. Спасибо большое, спасибо. Нам принесли вот такой вот комплимент от заведения «Счастье», и тут разные их фирменные шоколадки. Это потому что мы такие красивые, шикарные, или всем так? Надеюсь, что первое. Как это вкусно! Надо зайти и купить еще этих конфет, девочки. Именно вот эти. Вот таких вот. Это безумно вкусно. Хватит танцевать? Амаля. Мне нужны статичные кадры. Молодец. Стоять. Пару слов. Вы знаете, в этом мире вас может спасти только шоколад и браслеток. Да. Уже готова. А ты? Я тоже. Серебристым крылом, чтоб летая оставляет землю. Эрмитаж. Государственный. А это Дворцовая площадь. Красиво.
и пустая. Инесса заказала практически почти майбах. Шикует. Почти майбах, да. А, всего лишь Кия. А как мы тут? А. А. О, господи, ты Инесса нас катает. Поэтому туда села, Инесса. Деловая. Девочки, музыку хотите? Нет, что-то мы рано, девочки. Этому столику тоже уже можно. Может, мы нажмем на этаж? А, логично. Карточку доставайте. К вам, да? Это у вас какой? Седьмой. У меня седьмой. Седьмой. У тебя шестой нажимала. Девочки, без разницы. Положите и нажмите. Еще раз. Не без разницы. Без разницы. Нажмите. Семь. Семь надо нажать. Господи. Я нажимала. Ага. Ты шесть нажимала. Какая разница какой-то. Завтра не опаздывать. Это во сколько? Мы в 11:45 выселяемся и едем завтракать. Сорян, тебя опоздать не говорят, нас выселят. До завтра. С вами было приятно. Такси вызвали? Да, до нижнего этажа. Сейчас подъезжали. Уже подъезжает. Да, ожидание платное. Это шутка была. На нее тапочки. Господи. Давай. Доброе утро. За ночь все замело, и уже Питер, который чувствовалась весна, далеко не тот Питер. Все, мы выселились, багаж попросили оставить в кладовой, нам разрешили, поэтому мы оставили, сейчас идем завтракать. Погода очень приятная, тепло и снежок. Вот, потом погуляем, и всем вечером у нас поезд. Приедем за багажом и поедем на вокзал. Я это не сняла! Амаля, давай еще раз. Все, идем сюда завтракать. Девочки, тут живая очередь. Ё-моё. Да, прямо. В общем, там были жуткие очереди внутри заведения и за пределами заведения. И нам, мы поняли, что нам ждать минимум минут 40-45. Поэтому мы нашли сейчас ближайшую другую кафешку какую-то и пойдем туда. Не знаю, как там, но нормально. Мы уже очень голодные, поэтому все идет. А тут тем временем такие виды. Я сейчас фотографирую каждый шаг. А я снимаю на видео для влога. Зашли с девочками в Рикош. Покупаем Пупу 004. Самый ходовой карандаш для губ. Он, если что, продается в Рикош. Я не уверена насчет золотого яблока, но в Рикош он точно есть. Да. Да. Ну, пойдемте. Че он за 2000 рублей с Инессой сделает? Украдет ее сердце. А, 2000 лет, я думала, за 2000 рублей я украду твое сердце. Нашагали тут все, ты посмотри, наследили, сколько ходили. А водоема найти не могут. Топают. Мы с девочками пришли на Рубинштейна, тут всякие классные заведения и так далее. И в прошлый раз, когда мы с Артуром были здесь, нам очень понравилась мексиканская кухня, там очень вкусная буррито. И вот я хочу с собой взять в Москву ему буррито. Попросить, чтобы они его упаковали в фольгу, как не знаю, посмотрим, получится или нет. А пока красиво улица Рубинштейна. Вечером тут, как правило, тусовки. Тусовочные улицы.
Так говорит, Амали местные патрики. Да. Ну, такой немного бюджетный вариант. Итак, мне сказали, что буррито нужно ждать около получаса. Я заказала, девочки в это время поехали сейчас в отель забирать с кладовки наши чемоданы, сумки. А я пока сделала заказ, прогуливаюсь по Рубинштейна. Сейчас я на улице Пяти Углов. Хочу зайти в булочную Вольчика, потому что я обожаю эту сетку. И за эту поездку ни разу еще там не была. Я зайду в булочную Вольчика и в дорогу мне и девочкам возьму по тортику. Мы приехали в Eat Market, в галерее. Девочки проголодались. Блин, картошка бомба. Да? Да, я так и знаю. Взяли вот тут вот бургеры. Очень вкусные. Бомба. На это что творится? Что творится? А мы идем на вокзал. Я имею в виду, какие мы красивые приезжали из Москвы, какие зачуханные под снегопадом, с какими-то пакетами и баулами. Да потрепал нас, конечно, Питер. Сейчас идем за кофе. Вот. Сколько пакетов. У нас есть тут морковные тортики из булочной Вольчика. Идем сейчас за кофе и садимся в поезд. Буритосы, которые я довезла. Я дома.